Вместе мы сила. Именно под таким девизом живут участники всероссийской акции «Мы вместе». Она объединила крупные предприятия, волонтеров и просто неравнодушных людей, которые помогали нуждающимся в непростой период пандемии. И они творят добро до сих пор. Эта отзывчивость не могла быть не отмечена. Поэтому всех неравнодушных собрали на торжественном награждении в филиале музея имени Радищева. Была организована в первую очередь горячая линия 25 марта. 3 апреля был организован штаб на базе комплексного социального обслуживания вместе с дозором, вместе с молодой гвардией партии «Единая Россия» и со всеми неравнодушными людьми, которые готовы были оказывать поддержку просто так. Конечно же, основной драйв и основной задор, основную поддержку оказали крупнейшие предприятия Балаковского муниципального района. «Фосагро» взяла полностью лабораторию, ПЦР-лабораторию в районной поликлинике. Потом мы вместе объединились до 15 организаций крупных, малых, средних, индивидуальных предпринимателей вокруг кислородной станции сначала одной, второй. И много-много других проектов, даже просто питание. Питание врачей в госпитале оказывали простые питатели, которые вообще не работали в период пандемии. Поэтому я хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто оказался рядом, плечом к плечу, который посмотрел этой заразе в глаза, не побоялся ее, объединился и оказал всю возможную поддержку. Большой вклад в борьбу с коронавирусом сделала компания «Фосагро». Благодаря ей было закуплено оборудование для ПЦР-лаборатории на базе Балаковской районной поликлиники, маски, перчатки, антисептики. Была также оказана помощь в возведении кислородной подстанции в городской клинической больнице. В рамках акции «Мы вместе» сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит» собрали более 750 тысяч рублей, которые были направлены медицинским работникам, волонтерам и ветеранам предприятия. 100 миллионов рублей компания выделила на строительство инфекционного больницы в Саратове. И это лишь малая часть того, что сделала «Фосагро» во время пандемии. Когда по всей России стартовала акция «Мы вместе», мы обратились к нашему коллективу с просьбой принять участие, пригласили. То есть мы никого не уговаривали, ни перед кем не ставили никаких задач. И буквально за два дня с момента, когда мы начали сбор средств, наш коллектив собрал более 500 000 рублей. Это помогло нам и оказать помощь и волонтерам, и медикам, оказать помощь ветеранам, которые нашего предприятия, которые также оказались в тяжелой, трудной ситуации. Компания «Фосагро» также, руководство приняло решение поддержать и тоже внесло свой вклад в сбор средств. За такую бесценную помощь директору Балаковского филиала АО «Апатит» Андрею Шибневу была вручена почетная грамота президента Российской Федерации и памятная медаль за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Эта награда – общая заслуга сотрудников предприятия, уверен Андрей Шибнев. Мы все в одной лодке, и мы должны решать все проблемы вместе, сообща. Именно вот как сегодня и говорили, только вместе мы можем справиться с этими проблемами и жить, работать нормально на благо города. Памятными медалями за активное участие в борьбе с коронавирусом были награждены активисты гражданского дозора, волонтеры-медики, все те, кто не остался в стороне и без всяких разговоров спешил на помощь. Для них главное не слава, а добро, которое всегда творится по зову сердца.